Включим звук. Значит, я просто не разобрался, что же значит advanced уровень, ну, режим продвинутый. Я видел там самолет, но я думал, что на меня будут нападать, и я их сбивать должен. Оказывается, это наша авиация, которой мы можем не одну ракету наносить удар одной, а целой кучей ракет. Вот такая дополнительная возможность. Ну, сыграем. Тут предоставлена вот возможность автоматической расстановки кораблей. Ну, хорошо, пусть будет. Итак, запоминаем. У нас, так же как и у противника, имеется 4 палубы подводная лодка, 4, 3, 5, 6 палуб. Значит, 1, 4, 2, 4, 1, 5, 1, 3 и 10-палубный авианосец. Ну ладно, поехали. Вот тут как раз и применим авиацию, да? А звук-то надо. Значит, неинтересно. Я не понял, а? Почему не работает авиация? Понял. Это же накопительная игра. То есть нужно победить перед этим. И потом в качестве бонуса добавят авиация. И оказывается, тут еще и радар. Ладно. Вот в чем продвинуть. Ну, попробуем выиграть. Попробуем выиграть. Что-то ничего не получается. Мазилы мы. Ну
да, когда мы играли в молодости, при попадании имели право еще раз стрелять до первого пробы. Но тут немножко не так. Теоретически можно. Так, раз, два, три.
что-то нащупали. А у нас авианосец подбит. Ловили трех, поймали четырех. Ну, для уверенности сюда. Так. Теперь трех попробуем. Так, три. Опять же кого? Но не самолеты появились. Понятно. Значит, хорошо. Так, и что, радар? А тут мы жирного карася поймали. Ну что, применим. Интересно, она будет лупить по пустым. Я не понял, она... Она в смысле игра. И она в смысле самолета. Вот это самолет, она не лупотворит. По тем местам, где мы уже стреляли. Ну теперь найти авианосец. 10 баллов. Ну давайте авианосец. Вот и авианосец. Я так думаю. Как он Три.
авиация. Ага. Лупит она, оказывается, и по тем местам не нужно будет. Набрать Москву и Яндекс.